Организаторы говорят, что Новоогинская от ЦУМа до поющего фонтана станет одним большим подиумом для 50 флористов-дизайнеров из разных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня художники уже приступили к созданию своих композиций. Помогает им известный во всем мире флорист Грегор Лерш из Германии. Пока эти конструкции сухих веток и металла трудно назвать арт-объектами. Цветами их начнут украшать завтра с 10 утра на глазах у горожан. По словам авторов, это будет красочное шоу. Планируется, что все экспонаты фестиваля будут готовы к 6 часам вечера. А вот суббота – это уже основной день фестиваля. 7 числа – это фестиваль уже для всех горожан. Вас ждут большое количество фотозон, большая бабочка, большой трон цветочный, различные стены цветочные. Будут работать на нескольких площадках мастер-классы. Будут работать флористы, которые будут украшать горожан. То есть вы можете получить бутоньерку, венок, цветочную брошь, браслет. Все это бесплатно. Флористы просто показывают свое мастерство. Будет огромная рамка цветочная, в которую можно будет зайти и сфотографироваться. Всем посетителям также советуют взять с собой фото и видеокамеры. Организаторы уверяют, равнодушных не будет. Каждый захочет запечатлеть всю эту красоту на память. Добавлю, что на площади флага в рамках фестиваля будет проходить танцевальный мастер-класс. Всех желающих научат зажигательным карибским танцам.